рамках проекта «Крепкая семья» в Одинцовской библиотеке номер 1 вновь прошла благотворительная акция по оказанию помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В преддверии зимы многодетная семья, в которой воспитываются 5 детей, получила в подарок теплые вещи. Первый заместитель председателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина отметила, что это не просто акция, а самый настоящий вечер добрых друзей. Надо, наверное, немножко иногда остановиться, осмотреться вокруг себя и понять, что, конечно, есть успешные люди, а есть люди, а самое главное, дети, у которых не совсем так хорошо, как бы нам всем вместе хотелось. Эта акция далеко не первая. Она проходит регулярно по всему Одинцовскому округу. Всего в округе проживает более 500 семей, нуждающихся в поддержке. Это те семьи, которые выявлены по каким-то, в общем-то, вопросам. Они попали в поле зрения полиции, они попали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних. Но эта цифра, она плавающая. Какие-то семьи исправляются, и мы очень этому рады, но они у нас все равно на контроле. Мы с ними дружим всегда, помогаем, чем можем. Вот. И в зависимости от того, какая им нужна помощь, это не обязательно вещами, это и добрым словом, это и натуральная помощь какая-то. Помимо теплых вещей, детям подарили игрушки, а затем накрыли для них сладкий стол, сделав из рядового мероприятия действительно добрый праздничный вечер. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».